CWT – крестьяне Вассертехник Германия. Вода, какой она должна быть. В 1948 году Ганс Отто Кристиани открыл в Кёльне в Германии компанию по производству и продаже насосов и электроприборов. На протяжении последующих 60 лет семья Кристиани изучала и развивала экологически благоприятные технологии. Семейный бизнес существует уже три поколения. Главный офис компании расположен в столице Германии – Берлине. Вся продукция разработана и произведена в Германии. Это гарантирует наивысшее качество. Наряду с традиционным производством самых лучших экологически благоприятных систем, особой гордостью компании CWT является то, что вся продукция имеет марку «Сделано в Германии». Товары компании продаются более чем в 40 странах мира. Продукция поставляется непосредственно из главного офиса компании в Берлине. Международная дистрибьюторская сеть компании CWT компетентно и профессионально удовлетворит ваши запросы. Вулкан. Против накипи и коррозии. В жесткой воде повышено содержание жидкой извести. Это не приносит вреда человеческому организму, но создает огромные проблемы для водопроводной системы и бытовых приборов. Известковые отложения в ванной комнате или на кухне часто являются первыми сигналами повышенного содержания солей в воде. Убирать эти известковые отложения сложно и дорого. Для коммерческих структур, например, для гостиничного бизнеса, затраты на устранение известковых отложений в ванных комнатах или на кухнях могут стать самой большой статьей расходов. Более того, известковые отложения способны повредить бытовую технику. Так происходит, когда богатая кальцием и минералами вода вступает в контакт с бытовыми приборами и электрическим оборудованием. Эффект наблюдается в жесткой воде в любом месте – в частных домах, многоквартирных жилых комплексах, коммерческих и промышленных объектах. Самая большая проблема накипи в том, что она невидима. Слишком жесткая вода может разрушить всю систему трубопровода еще до того, как кто-либо заметит проблему. Системы трубопровода, засоренные известковыми отложениями, в конечном итоге теряют свою пропускную способность и нуждаются в замене. 1 мм известковых отложений снижает эффективность отопления на 10%. Легко просчитать количество денег, которые теряются таким образом. Однако есть невероятно простое решение проблемы накипи – экологически безопасный прибор «Вулкан» немецкой компании CWT. «Вулкан» работает по технологии, успешно используемой на коммерческих и промышленных объектах более 20 лет. В своем природном состоянии кристаллы жидкой извести формируются в комплексные структуры и соединяются между собой. Под воздействием высокочастотных импульсов прибора «Вулкан» форма кристаллизации накипи меняется на простую палочкообразную структуру. Накип утрачивает способность к склеиванию и больше не оседает на поверхностях в виде налета и отложений. Она легко смывается обычной водой. В необработанной, содержащей известь воде параллельно протекают два непрерывных процесса. Во время первого в результате сцепления известковых кристаллов возникает известковая корка и выделяется углекислота. Во время второго эта углекислота растворяет образовавшийся известковый налет. Но возникновение налета происходит быстрее, чем естественное саморастворение, и трубопровод зарастает. Под воздействием прибора «Вулкан» старый известковый налет растворяется быстрее, чем возникает новый, и труба освобождается от налета. Углекислота только расщепляет известь, а не отсоединяет ее от внутренней стенки трубы, поэтому на трубе остается тонкий защитный слой. Установка прибора «Вулкан» занимает считанные минуты. Установите прибор на главной трубе или на стене. Намотайте импульсные провода на трубу. После этого нужно только подключить вилку прибора к сети электропитания. «Вулкан» работает на трубах из любого материала. Не нуждается в применении солей и химикатов, а также способствует сохранению окружающей среды. Полезные минералы, такие как кальций и магний, остаются в вашей питьевой воде. «Вулкан» создан в Германии по наивысшим стандартам, а его высочайшее качество и безопасность признаны мировыми исследовательскими институтами. Импульсная технология «Вулкан» успешно используется на протяжении многих лет в частном, коммерческом и промышленных секторах. Система подходит для различных труб от 2,5 до 50 см в диаметре. В
вулкан предотвращает образование известковых отложений на поверхностях и бытовых приборах. Вулкан проводит санацию всего трубопровода и защищает все металлические трубы путем образования защитного слоя из карбоната металла. Вы экономите на затратах на уборку и чистящие средства. Вы снижаете расходы на ремонт и обслуживание вашего оборудования. Вулкан способствует повышению продуктивности производства, делает ненужной остановку производства или замену заросших известковыми отложениями труб. Это обеспечивает значительную экономию средств. Вулкан – ваше экологически благоприятное решение против накипи и коррозии. CWT – семейный бизнес Германии, основанный на превосходном качестве и непрерывных инновациях.